Сейчас. Сейчас прям. Сейчас. Время начало? Сейчас. Следующий будет кинопоказ обводник кассы, так скажем, бомжа из Металлурга, непризнанного художника. Преследуем полицией и прочими структурами. Руки покажи, руки. Все материалы были найдены на помойке. Нужно абстрагироваться от нашей реальности, посмотреть, что мы выбрасываем, чем мы заполняем нашу землю. Документальный фильм о Владимире Некрасове с его сообщениями, да, с его сообщениями цивилизации, городу Ижевску, разным слоям населения, от художников до депутатов. Чтобы люди подумали иначе, немного бы обратили свой взор на другие вещи. Какие у вас творческие ориентиры? Может, любимый художник какой-нибудь есть? Я изучал искусство, но как-то на определенных художников нет смысла как-то акцентировать внимание, потому что есть только вот движение, и смотришь, как они развиваются, как продвигаются в развитии. Также я хочу обратить внимание на Владимира Некрасова. Этот художник, он действительно вообще был никого не известен. Его работы просто можно найти на улице, в мусорке. Он рисует на дверях, которые выбрасывают, рисует на грязных автомобилях свои работы, которые поражают просто сознание. Они настолько связанный с действительностью. Поганое, смотри, кровище, блин, течет. Вот мужики, вот у баб месячные, короче, а мужики, они либо в драках кровь проливают, либо на войне. Вот это вот перформанс для художника, это война. А война, это перформанс, короче. Вот так. Пассивные управились с тобой в 5 на металле для себя, ну и для колхоза на металле скерт на 10. Только картошку сушить будем на солнце.